Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовлю очень вкусный ужин. Обязательно досмотрите до конца и, конечно же, комментируйте. Начинаем готовить? Погнали! На ужин хочу приготовить утиную грудку. Для этого сделаем вкусный маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки соевого соуса. Черный молотый перец. Чуть-чуть сухого чеснока, буквально пол чайной ложки, одна щепотка соли и пол чайной ложки меда. Хорошенечко это все перемешаем. Подготовим утиную грудку. Со стороны кожицы тут очень много жира и нужно слегка ее надрезать. Надрезать буду только так, не кубиком, не ромбиком, а просто полосочкой. Все, мясо отправляю в пакет. Не солю, не перчу, ничего с ними не делаю. Сразу же отправляю в пакет. Вовнутрь отправляю веточку розмарина. И заливаем вкуснейшим соусом. Теперь сделаем легкий массаж. И вакуумируем. Ну вот и все, друзья. Ужин у меня будет точно вкусный. Вы можете приготовить по этому рецепту, взять с собой на природу и также приготовить. Уверен, у вас также получится вкусно. Ну что, друзья, утиная грудка простояла в холодильнике ровно 2,5 часа. И готовим вкусный ужин. Нам понадобится маринованная уже грудка и 4 зубчика чеснока. Кто смотрел предыдущее видео, я завакуумировал грудку. Распаковываем. Достаем грудку и слегка промакиваем в салфетке. Аромат, друзья, просто шикарный. Каждый зубчик чеснока нам нужно разрезать вдоль. Отправил сковородку гриль на плиту. Буквально пару капель растительного масла. Сразу же отправляю чеснок. Раскладываю по краям сковороды. Укладываю в сковородку шкурой вниз. Она дополнительно сейчас начнет выделять жир. Слегка прижимаю. И, конечно же, веточку розмарина. Обжариваем с каждой стороны примерно по 3-4 минуты. Ровно через 4 минуты переворачиваю. Ах, вкусно! Вкусно и ароматно на кухне сейчас. Еще раз немного присаливаю, чуть-чуть. Пока обжаривается наша грудка, обязательно ставим духовку разогреваться. Аккуратненько перекидываем утиную грудку в форму. Чеснок. И добавлю помидорки черри. Все, отправляем в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов ровно 9 минут. Не терпится попробовать.
Ну что, друзья, пора пробовать. Настолько нежная, настолько вкусная, друзья. Просто бомба, обязательно попробуйте. Друзья, кому понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. А я с вами прощаюсь, недолго до следующего видео. Всем пока.